Убийца из Финляндии не добился отмены приговора. Сегодня суд отказал Денису Киринину в пересмотре его дела. Теперь он поедет на строгий режим, срок 15 лет за убийство жены Юлии Середенко в городе Коувала. Женщина исчезла осенью 2013-го. Ее мать и сын приехали в Финляндию и увидели, что вся одежда Юлии, документы, мобильный телефон лежат в квартире. Все теплые вещи были дома, вся ее обувь была дома. Первые мысли, куда человек без одежды пойдет. Но мы понимали, что это криминал. И мы понимали, кто этот криминал совершил. Финские полицейские обнаружили в квартире замытую лужу крови, но тело найдено не было, поэтому Дениса Киринина отпустили. А вот в Следственном комитете Ленинградской области доказали, что именно он убил жену. Сам мужчина все отрицал. А где же Юлия, по-вашему? Вы знаете, я не могу сказать, я не знаю. Я знаю прекрасно, что финское следствие, проведенное по горячим следам, пришло к единому мнению – криминальный характер пропажи человека не подтвердился. На следствии мужчина утверждал, что хрупкая женщина якобы пыталась его задушить. Тогда он несколько раз ударил ее гантелью по голове и ушел, осыпаемый проклятиями. Присяжные не поверили. Вердикт виновен вынесли единодушно. Сегодня приговор вступил в законную силу.